Трудно переоценить по значимости следующее событие. В здании центрального офиса «Газпром добычи на дым» открылся филиал «Газпромбанка». Это выгодно обеим сторонам. Новый офис нового корпоративного формата открыл уренгойский филиал «Газпромбанка». И хотя в тестовом режиме доп-офис начал работать несколько раньше, торжественная церемония с участием первых руководителей компании «Газпром добычи на дым» состоялась 7 февраля в новом административном здании предприятия. Мы сегодня открываем 25-й офис по Янау. Да, это 25-й. Очень приятно, что он совпал с открытием Олимпиады. Может быть, это будет удачный день, и этот офис будет действительно востребован. Обязательное в таких случаях перерезание ленточки, два шага вперед, и вот все в помещении. Оно невелико, но здесь есть все необходимое. Операционный зал, касса, технологические условия, которые соответствуют современному формату «Газпромбанка». Кстати, поместить его именно здесь решили еще на стадии проектирования административного корпуса. В этом здании для людей, для удобства, тем более здесь 450 рабочих мест, должен быть свой именно офис, ну, Газпромбанка. Для удобства общения, для нормального качества обслуживания, ну и для того, чтобы экономить время. Мы подсчитали, для того, чтобы, к примеру, вырваться в Газпромбанк на набережной, сотрудникам администрации понадобится как минимум полчаса. Для того, чтобы решить свои дела здесь, много времени не потребуется. С точки зрения там времени, если человек разумный, работник разумный, это не занимает большого времени. Тем более, прежде чем он сюда пришел, он в любом случае позвонит, проконсультируется, узнает, уже подготовит определенные документы. И здесь ему, ну, больше 10 минут делать нечего. У меня уже как раз закончилась карточка банковская, мне уже ее поменяли. Каждое открытие доп-офиса – это увеличение клиентской базы. То есть мы понимаем, что мы должны быть в шаговой доступности. В частности, вот открытие этого офиса в здании «Газпром добыча на дым» – это именно улучшение обслуживания сотрудников «Газпром добыча на дым», чтобы им было удобно в рабочее время, если это возможно, на некороткое время, 5-10 минут, обслужиться и идти спокойно домой. Это возможно, считает руководство «Газпром добычи на дым». Обе стороны настроены на взаимовыгодное сотрудничество. Клиентам предоставляется весь спектр банковских услуг. Расчетно-кассовые операции, удобные вклады, различные виды кредитования. И это доступно не только тем, кто работает в этом здании, но и всем горожанам. Особенно удобно для тех, кто живет по соседству. Светлана Косторнова, Олег Зубко, телевидение общества «Газпром добыча на дым».